Вместе с новой схемой утилизации отходов в Новосибирской области решили продвигать и новый подход к утилизации мусора. Планами поделились со студентами. Уже работает сайт «Экологическая карта Новосибирской области». Туда можно отправлять сообщения и фотографии о несанкционированных свалках. Уберут мусор специализированное предприятие, отвечающее за утилизацию отходов. Старые традиции сдавать макулатуры тоже решили возродить. В ближайшее время в городе планируют организовать контейнерные площадки для раздельного сбора мусора. Мы хотим заинтересовать нашей проблематикой молодежь. Для чего? Для того, чтобы их озадачить тем, как нам жить дальше, что нам сделать, чтобы улучшить экологическую ситуацию. А у студентов самый главный вопрос какой? Как, куда устроиться работать, где будет лучше и где я могу принести больше пользы. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!